Молодцы, я здесь стою. Травка, потому что подросла. Мы как-то днем нормально погуляли. А нет, днем-то мы побегали, да, еще как. Ругалась я на них, да. Ругалась. Без этого не прошло. А вот сейчас молодцы. Вот на этом небольшом кусочке. Вот что значит. Если бы сейчас режим дебильности включился бы, они бы уже были там вообще, вон там, вон, где трактор ездит. А это далеко. Вот увеличение убрала. Тут речка вон, потом за речкой. А чего ты ко мне? Чего ты хочешь сказать? Альпунь. А что? Говори. Чего ты? Прям, ага, прям ко мне пришла вот так вот. Че? Холод собачий вообще, собачий прям. Что? Ой, давно хозяйку не видел. Что это сегодня такие прям нежные мы? Да чего? Да чего тебе? Смотришь в камеру, я тоже ничего не вижу, да? Вообще. Солнце прям, потому что прямо в глаз. В два, да? И тебе в два. Ты смотришь в камеру и не поймешь, что это у нас черный экран. Вообще просто. Да? Не знаю, о чем мы там с тобой снимаем. А что? А что такое? Молодцы. Ты наелась, что ли? Да? Ноги грязные, как там бегали сегодня. Убежали от меня и через грязь и эту, да? Что хотел сказать-то? Давай ешь, может? Чего? Да что? Дратути. Дратути. Ноги вон по колено в грязи. Вот, вот и. Давай. Давай, давай, иди ешь. Смотри, все едят, а ты что тут? Поговорить пришла. Иди, Альпунь. Давай, иди. Иди, иди, давай. Иди. Вы не представляете все великолепие этого момента. Вот того, что здесь происходит. Мы уже хотели идти домой. Я погуляли часик, но они уже наели больше животы, чем во все те дни предыдущие. Ну, естественно, травка хоть более-менее появилась. И они сейчас прям с самого начала, как мы вышли, они не дебильничали почему-то. Они прям остановились сразу и стали есть. Я не знаю, почему. Такое не всегда бывает. Сейчас прям вот... Знаете, как на картинках, как в кино. Такое состояние, красота. Во-первых, закат. Речка. Птички поют. И главное, так спокойно, так хорошо. Такое состояние. Вот ты сейчас стоишь и просто любуешься всем этим. Понимаете? И козам так хорошо. И главное, они наевшиеся. Да ты уже совсем наелась, да, прям? Таких, конечно, жирнючих боков, как летом, еще нет. Но она, видимо, прям наелась уже, что она все, она опять. Ну что? Ну что опять говори? Что? Давай, говори. Дратути. Скажи, дратути. Я коза. Она уже поест, так пощипает уже нехотя. Ну давай. Вообще. Скоро уже можем. Я уже могла бы пойти домой. Потому что прямо по животикам уже так. Ну вот еще, пока терпится. А то сейчас они хорошо-хорошо и могут на втором часу, когда нам идти домой, куда я хочу свистеть. Вот этого мне совсем не хочется. Вот пока я наблюдаю. И вот нам нужно успеть перед этим моментом
убежать домой, перед тем, как они захотят побежать в другую сторону. Руки мерзнут, сижу. Это как раз май, когда были заморозки. Помните? Вот такой май. Ненормальный апрель, ненормально теплый, выше нормы. У нас такого не бывает, не должно такого быть. Это ненормально, почему говорю все время ненормально? Ну, потому что если апрель такой теплый, потом это чревато. Это обязательно потом природа свое наверстает, но в мае. Поэтому не люблю я этого. Ненормально теплый апрель и вуаля, ненормально холодный май. Ниже нормы, а апрель выше нормы. Май ниже нормы, до минусов, до прям до серьезных минусов. Вот это да, подошла коза. Хотела съесть то ли руку мою, то ли телефон. Так что все это, конечно, не шуточки вам. Ну, имеем то, что имеем. Переживем и это. Козы, 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 козы! Ну, вы посмотрите. Ну, вы посмотрите. Да? Видали, какие у меня послушные? Ну, не то, что там у кого-то. Вот так вот. Люди некоторые зайдут, вот такие моменты видят, когда я козы, 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 они летят. Ой, какие же у вас козы. Ой, да какие же хорошие, пригожие, послушные. Да как же вы так их воспитываете? Да, видели бы вы. И косы этих, которые летят, свистят, и хозяйку, которая за ними летит, орёт, и никто никого не слушается. И это просто бывают такие моменты. Ладно, они начали уже метаться. Уже не одна альпунька ходит просто так. Я смотрю, тут еще некоторые козы просто так проходятся. Не сейчас, сейчас вот он, хамрюшку он ест, видно. А так просто. Остальные едят, а кто... И гуляем-то недель две, да, вот, ну, ни о чем вообще. Козлы никакие, а прям видно, немножко прям покрепчали, да подросли. На чем гуляем-то, травы не было. А все равно, чем вот это сено давать, сухое никакое уже. Ну, рыжая коза, козлятина тебя достал, да, мы его как... Вот это, о, да. А как раз вот этого, да, мы завтра... Мы завтра, да, наверное. Сегодня муж устал очень. На соревнования ездил. Ездил наш старший сын, он тренер, со своими ребятами, и сам тоже бился. Занял первое место. Не-не, ребят, козы, 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 ну-ка, давай послушные, козы, 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 козы. Да не, сейчас все, надо, козы, 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 пожалуйста, пожалуйста, козы, 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 немножко сюда, 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 козы, 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 мои умники. А то они туда побежали, и вот туда все время у нас скачки-то к концу речки. И ничего хорошего, у них там скорость включается, если бы они сейчас перешли бы вот на ту сторону, на тот бугорочек, и все, их она. Видите, какие послушные? Вот вы видите, какие послушные у меня козы. Все, пойдемте-ка, ребята, отдавайте к дому, а то вы что-то перебегаете, перебегаете. Давайте. Молодцы, хорошо поели сегодня. Давайте, давайте. Хотя по времени прям быстро мы уложились. Но думаю, чем судьбу испытывать, и так уже сегодня прям получше, чем в те все дни. Поэтому, ну, хотят они куда-то бежать, не надо. Не надо, да? Ты опять за мной? Ну, чего ты? Что сегодня с тобой, а? Приступ нежности? Чего ты все за хозяйкой идешь? Тынь,
Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. Теперь домой бежите, да? О, Господи, дожили-то наконец-то до этих времен, когда травка, не сказать, чтобы она у нас сильно нормальная, но... Ну, травка, а то прям, ну, жалко их. Жалко. Алтай чернющий вообще. Скажи, то дожди, то здесь грязюка. Скажи, а еду-то надо себе ходить добывать. Чего нас остановит? Ничего, да, Алтай? Так, смотрите, теперь правильно идите, а не к той яблоне. Вон туда. Видите, все, и домой побежали. Молодцы. Алтай, иди домой. А то он вечно заворачивает туда. Или сейчас козлятина может какая-нибудь. Вон, шоколада домой! Шоколада! Домой! Ага, молодец, завернула, гляни. Домой! Домой! Шоколада домой! Я тебе дам сейчас шоколада! Козлятина все-таки. Ай, все. Ну-ка домой! Блин! Козлятина! Козлятина, иди домой! Ой, ну почти молодцы! А то ладно, когда еще травы не было, когда еще там весна. А здесь за деревом, там потом огород начинается. И сейчас они уже приучились там ходить. Не слушались, туда бежали. Нужно отучать. Летом мы всегда вот этой дорожкой строго. Строго этой дорожкой возвращаемся. Нечего тут мотаться. Ой, хорошо сегодня. Ой, хорошо. Дожди, дожди, не зря мы терпели. Дожди и холод. А то апрель был теплый и сухой. Вообще прям сухой. Ну куда оно так? Не так никак не годится. А сейчас мы потерпели, да? Пошлите, козы. И хорошо, и травка поперла. Хорошо так пролила. Грязюка жуткая была. У кур на выгуле. Ноги разъезжаясь, как заходишь, и чу, поехала. Давайте, давайте, давайте. Это за мной. Козы, 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 козы. Шоколада, а не туда. Куда-то тебе все налево тянет. Шоколада. Шоколад. Ой, сейчас кто-то по морде получит, по коричневой. Видите, все, они наискосяк, они не туда. Ой. Потому что травы, когда было мало, разрешало здесь ходить. Давай. Ну-ка, разворачивайте. Куда надо домой идти? Все, подровняли, пошли. Альпунь, ты уйти с дороги, да, чтобы лучше не досталось. Пошли, 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 пошли. Козы, козы. Я их развернула, они теперь опять туда. Козы, 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 Алтай. Козы. Козы. Няша. Ага, оп, оп. Услышали. Услышали? И опять в сторону, и опять налево. Э?